В марте этого года принята республиканская программа капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь все собственники домов, не признанных аварийными, должны платить взнос за эту услугу. Каким образом будет формироваться фонд, выбор самих жильцов? Подробности в нашем сюжете. Обязательство по внесению взносов за капремонт у собственников возникает с декабря 2014-го. Сумму оплаты жильцы устанавливают сами. Обязательное условие – не менее 5 рублей 20 копеек с квадратного метра жилья. Также собственники должны решить, где будут аккумулироваться средства – на собственном счете дома или на счете регионального оператора. Когда принимают решение открыть специальный счет, в данном случае в протоколе это прописывают, определяют банк, где бы они хотели видеть свой счет, и обращаются к региональному оператору для открытия счета. На счете регионального оператора, если дом находится, то средства эти между собой взаимодействуют, то есть внутри муниципального образования. Сейчас по Чувашии проводится собрание жильцов, где представители фонда капитального ремонта подробно разъясняют гражданам о нововведении и отвечают на все возникшие вопросы. После этого собственники должны выбрать один из способов оплаты методом голосования. Если же до декабря ответа не поступит, то дом переходит на оплату в счет регионального фонда. По предварительным данным, большинство домов сделали выбор в пользу именно этого оператора. Мы можем только по минимуму платить, поскольку мы пенсионеры, 5-20 и не больше. Если что-то, какие-то чрезвычайные будут происшествия, какие-то в государстве какие-то нелады, тогда можно будет поднять. Но дом старый, конечно, надо потихонечку все ремонтировать. В одиночку мы ничего не сделаем. Каждому из собственников будет приходить квитанция. Причем, обратившись в банк, они смогут узнать, как проходит оплата за капремонт в их доме. Также, если у жителей многоквартирного дома возникнет желание изменить метод формирования фонда, то это возможно. А ранее накопленные средства перейдут на новый счет. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.